Киев может стать вторым Лас-Вегасом. На Украину хлынули брачные туристы, желающие быстренько пожениться. Это произошло после того, как в Киеве появились ЗАГСы, заключающие браки сразу, в день подачи заявления. Наибольший интерес такие экспресс-свадьбы вызвали у граждан Израиля, Арабских Эмиратов, Франции, Германии и Соединенных Штатов. Что, в общем-то, странно. Американцам вроде как-то ближе доехать как раз до своего родного Лас-Вегаса. Сами украинцы тоже активно пользуются услугами быстрой регистрации. Мы решили пожениться, потому что через 5 дней знакомства мне сделали предложение, и мы решили, почему, зачем тянуть. И поэтому я очень рада, что есть такой ЗАГС, который может дать возможность людям там не оттягивать, не задумываться месяц, два, три, а что решили пожениться, пришли и поженились, и создали семью, и смотрим будущее вместе, а там думают, передумают уже там, пока вот этот месяц, два, можно уже 300 раз поругаться, поссориться, не захотите жениться. Поэтому я очень довольна услугой ЗАГСа «Готова». Чтобы услышать марш Мендельсона максимально быстро, надо заплатить 6 тысяч гривен. Это примерно 1500 рублей. Заключают экспресс-браки каждый день, но больше всего обращений в конце недели. В четверг, пятницу и субботу регистрируют от 5 до 13 пар. Причем это настоящие свадьбы с гостями и прочими атрибутами праздника. У нас была свадьба, гости сидели в масках, в разных масках. Вот у них была, да, прописана полностью процедура, и у них такая костюмированная свадьба была, да. Но мы не запрещаем, то есть у нас здесь есть возможность, в принципе, реализовать, наверное, вот те мысли, идеи, которые у жениха с невестой существуют.